Потонув после застолья. В Гродзенском районе водолазы вытягнули из воды тело 37-годового мужчины. Гродзенец отпочивал с компанией на даче, а раницей вырашил один сходить на мясовый водоем покупаться. Водоем предназначен для забора воды, технического забора воды, для полива садоводческих участков. Но, находясь после употребления спиртных напитков, данный мужчина нырнул в воду, ударился головой о трубу, которая размещается с насосом вместе для забора воды, потерял сознание и путем утопления произошло, захлебнувшись, произошло утопление. Гродзенец стал 23-й с початку года ахвярой воды. Як свечаць у асводзе, больш 70% трагедий здараецца з людзьмі ў стане алкагольнага ап'янення. Гэта правіла пацвярджае і яшчэ адзін факт купання пад шафэ, які, на шчасце, скончыўся на добрай ноце. Позна вечарам іўскія выратавальнікі выцягвалі з мясцовага возера юбілейнае мужчыну. Наши подразделения буквально были через 2 минуты на месте происшествия. Осмотрев прибрежную полосу, потому что уже было довольно темно, наши работники сориентировались и обнаружили примерно в 30 метрах тонущего человека. С помощью спасательной доски и веревки нами было проведено мероприятие по спасению этого человека. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения и очень замерз. Мужчину с диагнозом агульное переохолоджение тела шпиталізавалі ў больницу. Зараз медики оцениваюць его стан здоровья як задавальняючы. Выратавальники Ашера закликают дорослых быть аккуратными на воде, сачыць за детьми и принять як аксиому. Отпочинок на воде и алкоголь несумяшчальный.